Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, Вжух, а также Юра, поздоровайтесь. Всем здорово. Здорово, ребятки. Короче, пацанчики, это продолжение нашей офигенной рубрики, которая называется «Битва за тачку. Новая серия», где мы придумали кое-какие изменения. В принципе, придумал их Юра, поэтому давай, наверное, рассказывай о них. Вот. Окей. Да, короче, пришла такая идея, чтобы мы прятали машины друг для друга сами. То есть, чтобы вы прекрасно понимали, допустим, я буду прятать машину для Антохи, Антоха будет прятать машину для Димана, и, в принципе, Диман будет прятать машину для меня. В чем плюсы? Плюсы в том, что, в принципе, мы ничего не теряем, но при этом делаем для себя более-менее интересно даже все это вот происходящее. Да, ребята. Так что, ребята, я думаю, вам это понравится, потому что нововведения всегда приветствуются, да и тем более вам очень нравится эта рубрика, как мы видим, по лайкам. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, и мы позовем еще кого-нибудь, и нас будет намного больше, намного интереснее, намного приятнее. Короче, пацаны, я думаю, давайте не будем затягивать, и погнали уже прятать каждому машину. Давай, погнали. Так, ребята, короче, я спрятал машину, получается, я прячу для Юры, в общем-то, вот в таком вот месте. Я не знаю, как долго он будет искать именно ее. В принципе, место достаточно такое вот распространенное, находится вот именно здесь, это лесопилка. А вот, ну и машина, короче, у нас спрятана, в принципе, так-то достаточно хорошо, потому что она находится у нас за вот этими вот, получается, ребята, соснами, бревнами, вот, именно здесь. Получается, рандомная машина для него готова, поэтому, ребятки, я отправляюсь на место встречи, где мы уже встретимся и будем подсказывать друг другу и пытаться найти как можно скорее эти машины. Ребята, также напишите в комментариях, как вы думаете, кто же на самом деле сегодня нас выиграет, потому что вообще заруба достаточно интересная и очень увлекательная, и я надеюсь, что кто-то из вас, в принципе, угадает, ну а мы погнали уже навстречу. А, ну что ж, я не знаю, ребят, куда вы там спрятали машину, но уверен, что в Жуху придется попотеть, потому что я поставил такое место прям в уши. Попотеть, вот попотеть придется как раз таки тебе, потому что я спрятал капец как тяжко будет тебе. Не-не-не, Дима, ты просто офигеешь от того. Вообще, если ты его найдешь даже с пятой попытки. Так, короче, пацаны, давайте меньше, в общем-то, слов, давайте больше дела, скидываем в наш диалогик. В принципе, я уже свою... Ну, короче, все, молодцы, я побежал. Куда ты побежал? Подожди-ка. Так, подожди. Господи, это что такое? Это что за место, блин? Тоха, где мой скрин? Тоха, дай мою тачку. Кидал, кидал. Кидал его. Тачку, дай мою. Подожди. Тоха. В смысле ты сидишь в машине, алло? Да, лови. Тоха, тачку, где мне искать? Отстань от меня только, типа. Я говорю, лови. Он до сих пор не кинул. О, кинул он все. Все нормально. Все, появилось, наконец, только сейчас, подожди-ка. Блин, слушай, так. А что это за местность такая? Все ржавое какое-то. А подождите, ребята, а где тачка здесь, а? Стопэ, я знаю, где это где-то за городом, вот я точно не помню, но... Да мне кажется, что здесь все за городом, слушай. Кстати, да, как вариант, блин, я... Подожди, это... Блин. Я не знаю даже. Блин, вот Юра скинул... Ну там, ты, кстати, по последнему скрину 100% поймешь, где она находится, по предпоследнему процентов на 80. Это довольно-таки сложное место. Это где-то около... Или это, короче, это... где-то рядом с городком Тревора, наверное, такие. Может быть. Я, кстати, тоже думал сначала о нем, но потом передумал. Блин, где стоит ржавая бочка и ржавая земля такая? Алло. Че это за дичь вообще? А, я, кстати, догадываюсь, где это. Я примерно конструкции только в одном месте знаю, где такие есть, но, блин, это не точно. Пацаны, я машину просрал на арене. Ну, это амфитеатр, как я вообще сюда приехал? Не знаю. Подождите-ка, ребята, я вот пытаюсь понять вот именно такие вот места, приближенно похожие, вот, но что-то как-то вообще тяжко. Ну, мне кажется, что первые две минуты мы будем кататься просто вслепую, потом, может, со второй что-то прояснится, но это не точно. Да, кстати, как вариант, это все возможно, но, в принципе, я пока что еду... Все мы едем пока что, непонятно куда. Я тоже не могу понять, вот. Слава богу, у меня, кстати, из города выехал, все нормально, нормализовалось, но немного были подлагивания. А, не, я по горам прям скакал, я даже нет, даже не парился. Воу, я тут по встречке так фигачу, что жесть. А, да-да-да. Блин, где такие ржавые цистерны есть? В принципе, не так много мест, на самом деле, это такие. Тоха, а чисто так, ради интереса, там, получается, уже рядом еще есть такие земли, где разрисованы там вандалами, да, там, нарисованы всякие скульптуры, да? Это именно то, о чем я думаю, или как?
не знаю, может быть, может быть. Может быть, кстати, может да, может нет. Кстати, как вариант, я вроде бы, в принципе, практически да. Я не знаю. Че, по второй подсказке может, да, пацаны? Да, давай, я потому что вообще даже не... Стой, да, я с горы спущусь, я лечу просто всех парах на этом ржавом ведре. Кому я там, Юрий? Ну, в принципе, Юра это сразу скинул, я думал, Тохи немного... Юра, не скидывай Тохи, а? Так, тихо, я перевернулся. Так, вжух 2. Отправить, так, отправить, Юра, отправить. Дима, ловись. Юра 2, да, я получил. Так, подожди. Ты хренел или как, я не понимаю, а? А где тачка здесь? Так, вот теперь я примерно уже понял. Я вообще не шарю, пацаны. Так, слушай, ну я понял, что это лесопилка, как минимум, с бревнами. Ты что, больной, что ли, или как? Блин, ребята. Ты вообще в порядке? На самом деле, вот этот вот, грубо говоря, вот друг другу подставу такие, это довольно-таки интересно, на самом деле. Так, ребята, у нас тут возникли небольшие технические неполадки, в общем, сервак вылетел, вот перезашли, поэтому поменяли машины, ну и продолжаем искать. Да. Вжухнул палочкой, и все отвалилось. Да, вжухнул палочкой, и все отвалилось. Блин, кстати, я приехал уже к этому месту, ну, приблизительно, где мог ты их спрятать, но что-то пока-то пусто. Да. Ну это хорошо на самом деле. Я так подумал, что ты куда-то на лесопилку мою тачку забросил. Стопэ. Че, нашел что ли? Не знаю. Так, подожди, нам нужно посмотреть. Такой, давай там не угорай, как обычно, а то если первый находит сразу. Че, ты ржешь? Нашел? Да. В смысле? Да как-то, алло. Не знаю, я тут поехал сюда. Я, в принципе, ну догадывался, что типа тут, но... Блин, мне кажется, он читер, слушай. Да. Пацаны, ну блин, не знаю, создатель рубрики как бы вроде бы, ну как шарит, я хрен его знает, но вроде как везет мне. Везет ему. Короче, я что предлагаю? Я предлагаю третью подсказку, пока мой внедорожник тонет. Да, давайте, короче, Саша, скидываю третью подсказку и, в принципе, ребята, будем вскрывать тенты и смотреть, что там у нас за машина. Так, пацаны, короче, пока там Юра также Тоха ищут свои тачки, я уже, в принципе, готов срывать тенты и узнавать, что же за рандомная тачка мне попалась. Сделать мы будем именно вот таким вот макаром. И нам выпадает нифига Гротти, ребята. Ничего себе мне, короче, суперкар, пацаны, выпал. Мне кажется, Тоха и Юра просто соснули сегодня в этой серии. И я, опять-таки, не только первый нашел тачку, но и, короче, пацаны, еще и займу первые позиции в состязаниях. Ладно, ребята, короче, погнали на место встречи, и там уже поймем, что за тачки выпали нашим пацанам. Так, пацаны, короче, вот, получается, парни... А, подожди, а кому выпала тачка Тревора? Юра, тебе, что ли? О, нифига себе. Он мой дядька. Слышь, а как тебе упала такая тачка, вообще не понял? Я не знаю, она мне рандомно выпала, получается, вот такая вот махина. Блин, я надеялся, что у меня будет самая. Я не знаю, пацаны, ну что, давай. Я, короче, вангую. В первой дисциплине я просто сделаю полный всосыч, а во второй вы всосете у меня, походу. Ну, вот посмотрим. Короче, что, погнали тогда уже, в принципе, с... Давай, граната пошла, я уже бросил гранату. Ой. Главное, а не можно, спалить покрышки. А можно таранить вас? Не знаю. Кого? Нет. Нельзя. Я вам гранаты бросать буду. Так, блин. Я гранаты бросил, пацаны. Я в грузовике Тревора, мне можно. Тихо. Вы что, блин, больные? Что вы творите? Тоха. А что, нормально? Меня Тоха догоняет кого? Чок? Все, я выиграл. Первое состязание мое. Слава тебе, богу. Смотрите, стреляется, блин. Так, я прыгну. Тихо. Что? Чего? Я вообще не шарю, что происходит, блин. Ё-моё, пацаны, это просто угарище, отвечаю. Ну чё, погнали на... Да, погнали, короче, да. Да как учить, у нас же получается дерби на это, на крыше же получается второе состязание. Не-не-не, откуда у тебя второе состязание дерби? Откуда у тебя дерби? Сразу Чили? Ну погнали Чили, да, погнали. Давай Чили, а потом, да, дерби в конце. Ну что ж, ребята, второе испытание, подъем на горку. В принципе, серпантин впереди нас, поэтому давайте попробуем его покорить. Кидай гранату. Давай, я вас кину. Так, я, короче, поехал, а вы же... Ты все равно медленно. Какая там машина. Вот это было угарно. Фальстарт, пацаны.
Безумие и отвага. Я еще объехал специально, а он все равно поехал на нее. Ладно, ребята, сейчас мы разберемся. Так, Банши, все, погнали. Все, Банши, поехали, поехали, поехали. Нахер мы его ждали, нахер мы его ждали, слышишь? Я не знаю, нафиг вы меня ждали. Ну, смотри, мы все равно же мы не на скорость едем, мы проверяем возможности машины в горе. Ну, не знаю. Ну, по сути, на скорость. Главное, кто первый заберется, в принципе, на гору-то, да? Тихо-тихо. Ё-моё, меня разворачивает. Меня разворачивает. Эй, дядь, подожди меня. Эй, дядь, ты второй там, дядь, догоняй, дядь. Нет, я уехал. Все, пока. Чё? Тоха, ты где вообще? Нифига там срезает, как красиво кто-то. Я? Ай-яй-яй-яй. Так, ну чё, выше ехать-то будем? Да. До самого Челеда или где она там? Нет, Челед это не эта гора. А, ну на самый верх вон той горы получается. Да. Блин, кто меня погнал с левой стороны? Я. А, Юра как вообще это... впереди, какого фига? А я еду, я взбираюсь, как бы, без каких-либо блин, проблем. Блин, ну, вау, пацаны, тихо, все, мне кобзда, все, я сбор. Все, пиши письма. Ну, есть такое, есть. Но я сюда заберусь, в принципе, но очень долго буду это делать. Блин, ну, короче, я не вижу смысла ехать прям вообще выше, я вот холмик занял, вполне нормальный холмик. Ну, получается, ты-то получил первый, получается, балл за это состязание, все, что, а где вы? Мы так едем. Я еду, а вижу тебя, всё. Обалдеть, я вижу вас, вот так далеко. Да. Ну, в принципе, первое моё, второе твоё, и у нас остается, в принципе, последнее-то дерби. О! Всё, убрал конкурента, смотри, как красиво. Тихо. Я слишком тяжелый. Ну, да, я думал, тебя всё-таки слабно. Господи, смотри, он вниз летит. Я вижу, вон оно карабкается. Всё, я живой. Главное, что ну все, да, погнали тогда на да, погнали тогда как раз таки на Мейзбанк и проверим на, так сказать, прочность машины. Так, ну что ж, ребят, в принципе, мы на Мейзбанке, и у нас получается последнее состязание. И что тогда, кидай гранату куда-нибудь в бок. В бок только, не в нас. В него кидай. Так. Слушайте. Тихо. Взорвалась! Все! Отлично! Тихо! Какого хрена? Тихо! У меня читерская тачка! У меня просто читерская тачка! Я хз! Тоха, отстань от меня! Что будем делать, Тох? Может поедешь куда-нибудь, а? Обалдеть! Вы что, еще не это, что ли? Да, ты можешь, в принципе, подняться, посмотреть, мы еще живы пока. Он слез с меня. Я не знаю, что делать. Тихо. Что значит он слез с меня? Я вовремя ушел, походу. Да, походу, есть такое. Тихо. О, фак, ты чё? Дядь, успокойся. Чё происходит? Тихо. Он меня скинул. Твою мать. Вижу. Блин, ну я был близок, я практически двух сразу же, в принципе, скинул, но что-то пошло не так. Да. Ну, я ладно, даже ребята, тебя летаю. Получается, у нас ничья по всем трем состязаниям. Каждый занял свою позицию, так сказать, один у каждого, вот. Но я думаю, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, предлагайте свои какие-то там испытания. Вот, также говорите о том, стоит ли нам подсказывать друг другу или же нет. Все комментарии мы прочитаем. И я думаю, все это мы добавим. Да. А я хочу сказать заключительную фразу. Дешево, но сердито. Просто. И все. Все, ребята, всем удачи. И всем пока.